В стартом отрезке игры счет открыл нападающий СКА Сергей Толчинский. Во втором периоде результативный бросок в ворота южан совершил форвард Алекс Гальченюк. Затем шайбу соперникам забросил сочинский нападающий Даниил Сераух. Однако форвард Василий Глотов увеличил преимущество СКА. В финальном периоде соперники реализовали 5 атак. По данным ТАСС, матч между ХК Сочи и СКА стал самым посещаемым в истории крытых хоккейных стадионов. Количество болельщиков на трибунах составило более 21 тысячи человек. Ранее рекорд принадлежал канадскому Белл-центру. Следующий матч сочинцы проведут 14 февраля против нижегородского «Торпедо». Встреча пройдет на ледовой арене «Шайба».